Всем привет, друзья! Вышел сейчас на короткий эфир, вот, чтобы предупредить тех, кто думал, что кого я говорил, что сегодня будет стрим, но сегодня стрима, к сожалению, не получится, потому что я очень далеко заплыл, сейчас надо будет возвращаться к себе в кемпинг. Это порядка, наверное, около 10 километров. Вот. Ну и, соответственно, я уже приду затемно. Так что, ребят, я приношу свои извинения. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня стрим мы полноценный проведем. Вот. А сейчас полюбуйтесь пока теми видами, которыми любуюсь я. Кстати, это наполовину мангровый лес, наполовину джунгли. Скоро уже темнеть у нас будет. Это залив. Это залив недалеко от моря. Вода здесь морская. Вот, сегодня была рыбалка. Василий, привет! Приветствую, Вась! Рад тебя видеть! Сегодня поснимал рыбалочку. Позже запилю, выставлю ролики. Если, ребят, нравится здешний вид, ставьте лайки, не стесняйтесь. Что бы вы хотели, чтобы я рассказал вам на стриме, который будет в ближайшие дни. Рыбалка была классная, рыба наловили много, приготовили ее, зажарили. Вот, ребятки, вот здесь дикие места. Что-то у меня тут связь пропадает, вроде бы как, непонятно. Кстати, могут быть крокодилы, очень даже легко. Но надеюсь, они нам не попадутся. Так, сейчас я немножко камеру поправлю. Надеюсь, мы сегодня обойдемся без крокодилов.